Приветствую вас, друзья. Меня зовут Кристиан Блэк. Сегодня мы продолжаем играть в метро. Прошлая серия это был просто ёбаный пиздец. Вот без всякой цензуры, ёбаный пиздец. Ох. Я рад, что мы хоть ненадолго, но в безопасности. Здравствуйте. Кстати, торговец оружейник заночевал. Присмотрись. Есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Прикупите пару стволов. Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. В дороге. Скоро должны быть. Отлично. Я продам тебе мой убойник. Саня, и а куплю... что там в эфире нового? Как международная РПК это неплохо. Короче, такое Калаш 2012. В эфире помехи одни. А месяц назад револьвер. Настроился на Питер, лично. Они, между прочим, про нас знают. К ним, короче, прилетал кто-то из Москвы на самолете таком старом, ну, спортивном. Шуму наделал. Тюнинг. Да, эту байку я слышал. С бородой она. Чего посвежей расскажи. Так что Лондон... Вот Элцуна бесполезен на дробовик. Про Лондон глушитель. Ничего не знаю. А вот зато на севере у нас город есть. Ну, Поляна можно город. Поставить. Там рядом АЭС еще. Там вышли. Надо поторговать немного. С ними говорил. Говорят, за сколько я могу продать? Какие-то осаждают. Но они держат пока оборону, держат. Подонок. Завидую тебе, Саня, складно врешь. Тебе надо было в большой устроиться. Пьесы писал бы. О жизни нашей скорбной. Тюнинг. А то Шекспир, понимаешь, устарел. Это раз. На... прицел не нужен, а вот глушитель я бы не отказался. А, теперь тут тюнинг. Ну, глушитель-то понятно. Приклад. Он как выглядит? Вот так. А что там приклад? 60? Нет, спасибо. Я все равно его скоро хочу сменить. Так. Картечные. Высший класс. Сам крутил. Бери. Если там патроны надо или что еще, подходи. Да, блин, опять. Это что за хрень? Каждый раз, когда... Ну, в общем... Ты в катакомбах бывал. Как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу. Не-не-не, никаких катакомб. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! Не-не-не-не! А ну-ка проверь! Эй, я ведь рассказал? Пароль! Застава! Старый пароль! Чёрт! Голос знакомый, черт, не могу вспомнить! Стоп! Да это Лесницкий! Дерьмо. Ты предупредил их, а? Прийти-то пришел, а... Предатель. Ого! Приз-сюрприз. Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Эту с собой! Все, живо! Уходим! Вот дерьмо! Нет, серьезно! Со всех сторон ощерились стволами! А это провтыкали, просто пиздец. Нахрена я, собственно говоря, деньги тратил? Ну ладно, это у меня теперь есть. Сайга с барабанным магазином, мать вашу! О, да, конечно, эта перезарядка была прикольной, но... Ох, ладно. Ни минуты покоя. Ну хотя бы не надо ебать. Предатели переоделись в наших. Ладно, забрали ее с собой. Уже идем. Тут в подвале вход.
А да, надо поставить в костре. У нас и так много ресурсов. Ладно. Пошли. Это дробовик. А мне бы пистолет какой. Ну ладно, я ни о чем не жалею. Забавно, но мой лучше. Окей, буду надеяться, что не буду воевать с мутантами, а только с людьми. Что за... Кто бы ты ни был, пиздец тебе. Окей. Мать вашу. Мать вашу. Зачем? Мир в пизду катится, они еще войну устроить решили. Блин, падайте, но не ко мне в корзину, пожалуйста. А, я забыл. Нажимаю. Как хорошо, что у меня такой дробовик. Кстати, может быть... ПНВ увидит. Что-то очень большое тут. Либо настучит по какой-то, не знаю, сейсмической балке. Сейсмической балки, а такие есть? Не знаю.
Они все валят от кого-то. Не стал шмалять по ним, сделал доброе дело. Кстати, а где? Ладно, я хочу вернуть свой прошлый ствол. А, вот он. Фишка в чем? Не знаю, как можно получить все хорошие моменты. Хотя уверен, что такие люди наверняка есть. Эй! Чего? Окей, я думаю, что можно остаться здесь. Оу. Блять, вы издеваетесь? Я только что потратил хуеву тучу бабла на Сайгу. Я с ней останусь. Это чтобы я не успел проскочить до того, как встречусь с этими насатиками. Тут теперь вместо перезарядки можно херачить. По крайней мере, какое-то время. Что вы мне предлагаете пройти мимо?
Ты немного не в той стороне живешь, ну ладно. У каждого свои вкусы. Хуй! Там плавал. Ау! Что-то это было слишком быстро. Ага, я понял. Я могу как с автомата херачить. Разве что ненадолго это. Все, я в полном порядке. Орете вы, конечно. Не перезаряжайся ты так быстро. Так. Что там у нас? Включить лифт. Ну так как скажете, вообще, без проблем. Маленьким ножичком тут никого не убьешь, увы и ах. Определенно нужно убрать труп, но... Что? Как я должен был это заметить? Пошла водичка, мы прибежали ордой. Ты покакал, прибежали ордой. Не знаю, сделал шаг, прибежали ордой. Посмотрел не в ту сторону, орда. Feel the power of fucking Sega, bitch. Может попробовать кинуть ножичек? Я просто решил проверить. И мои ожидания меня не обманули. Что я сделал? Что я сейчас сделал? Окей, пошли. Благодарю, так мне гораздо лучше. А куда мне теперь?
Окей. Лифт с помощью воды? Это что-то новенькое. Ну ладно, хрен с вами. Сейчас опять нужно прибежать. Вода ведь полилась. Ну или сверху прыгнуть, как вы это любите. Лампочка, не мигай. Все хорошо. Не бойся, я с тобой. Твоя попка шикарна. Я говорил это. Секундочку. Хули вы все съебываете, чтобы вас потом все равно убил? Наверное, для этого и съебывают. Это что такое? То же самое, что у тебя, парень. А, тогда ладно. Раунд 2, бич. Ач. Я сказал, иди в жопу, и ты тоже иди в жопу. У меня есть еще один вариант. Holy fucking shit. Вообще неплохо было бы мину поставить на эту папу. Окей, куда мне? Это так и должно было быть. Нет, слишком долго для анимации смерти. Как же ты любишь терять сознание, Артём. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Чёрный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Потому что твои товарищи, Спарта, гроша ломаного не стоят, если провтыкали то, о чем ты их предупредил. А если не предупредил, то это ты, мудак, уж извиняй. Еще кровь, которая не стерлась, учитывая то, что на тебя капает вода, хрен знает сколько. Ладно, друзья, давайте здесь закончим эту серию. Надеюсь, что вам понравилась большая мама. Всем спасибо за внимание. Всем пока.